кто такой, а? Ты кто такой, иди сюда. Ты тот хмырь, который обидел. Периодически на меня напрыгивает, пытается. Там на тебя разные напрыгивают. Слышь? Ага. О, смотри, перестало. Как-то просто. Стоял тут такой, ножом махал. Угу. Чё пришел вообще, непонятно. А, ну растяжку подарить мне, видимо, хотел очень. А чё такое шептало сейчас? А, ты знаешь, периодически такой шепот идет, и на меня потом кто-нибудь нападает. Помнишь, нам под братством, кажется, писали? Нет, ну это понятно, то, что, но если слышно именно шепот, почему вот к этим относятся так? Тамплиеры нападают. А. Ну, ладно. Типа, убийцы тамплиеров. Все, поехали дальше. Давай. Юсуф Тазим, рассказывай. Ой, посветлело. Рад тебя видеть, отцу. Нам будет о чем поговорить, если я доживу до завтра. А что, можешь не дожить? Мы узнали, что византийцы собираются проникнуть во дворец Топкапи после возвращения принца Сулеймана из Хаджа. Если они нанесут удар, то сегодня и на устроенном принцем вечере. И каков наш план? Кардашин, это не твоя война. Не стоит тебе лезть в атаманские разборки. Византийцы нашли ключ под дворцом Топкапи, и я хочу выяснить, как. Эцо, мы хотим защитить Шахезада, а не допрашивать его. Доверься мне. Просто скажи, куда идти. Главные ворота Топкапи. Мы переоденемся в артистов и войдем внутрь. Дельная мысль. Встретимся там. В артистов. Тамплиеры планируют нападение на членов атаманской султанской семьи. Присоединитесь к Юсуфу, защитите атаманов и заслужите их доверие. Опередите Юсуфа на пути к дворцу Топкапи. Значит, бегать сейчас будем. Перегонки. Ага. Опа. О, а он сзади стоит, смотри. Да, фор дает. Хорошо. Давай драпай. За ними бежать, наверное, прям даже. Желательно, наверное. Оп. Побежал, побежал он. Давай, Эцо. Тебе всего 52. Мы сделаем. Юсуфа. Постараемся. Я не бегал за ними. Ну, беги туда хотя бы, в ту сторону. О, что-то кряхтит сзади уже, я слышу. Да? Ага. Ой, музыка прикольная какая. А что происходит? Ну, давай, 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 беги, беги. Я пытаюсь, пытаюсь. Смотри, он срезал, гад. А! Дурак, что ли? Держите его там, держите. Юсуф, стой, гад! Он по воздуху. Читер. Ну так нечестно же. Обгоню, обгоню, обгоню. Должен. Нет, нет, нет. Ну да. Не староват ли он, чтобы так скакать, а? Все, обогнал, да, нос? Да. Гад. Негодяй. Куда он пошел? Оглушите несколько итальянских менестрелей и завладейте их одеждой. Артисты. Мне это понравится. Куда вы побежали? О. Оглушено 0 из 9. Что-то бегают, бегают все. Суета какая-то. Привет. Торжествует справедливость, настает расплаты день. Эй! Чё вы с ним делаете? Ага. А чё ты стонешь? Ты его уже скинул. Раны твои перемагом. А, я какой-то хромой был. Тебя уже ждут. Ну, Натя. Деловые такие. А куда?
Смотри, другое место. Слушай, там стражники, стражники, да, стражники. Да, да. Я вижу. Я за ними. Как-то опасно. Ага. Так, дальше. Ой, слушай, смотри, сколько их там. Я, интересно, правильно вообще делаю? Ага. Ага. Я туда, туда прям за забор. Упс, оп. Назад. Есть стена. Нет, скажи, я мох. Ты же снаружи стены. Древесный так. Ну нет, не древесный, каменный. Мох. Вот. Мох? Мох. Нарос. Ты не обзывай это. Тебе целых 52 года. И что, я поэтому нарос, что ли? Да ну вас, молодой. Нас вот. Юсуф обогнал. Я в бешенстве. И чего? А куда его? Где телега-то? А так вон, вон, светится же. Вот наверх. А. Вон. Эцо, спокойно. Дышь ровно. Ну и видок у меня. Хуже обезьян. Мой клинок в этой одежде не спрятать. Ты вооружен? Насадиль, указывай нам цели, а мы там разберемся. Слов нет. Ты умеешь на ней играть? Ну так, умел немного в молодости. Ты когда-то был молод? Идите через ближайшие ворота в центральный двор Топкапи. Придешь обратно за одеждой, а денег нет. Как это? Верните вот деньги. Сюда нельзя. Слышишь, чего говорю? Че это нельзя-то? Пердонаты, бонсеньоры. Пердонаты. Мы артисты, пришли выступать. Любой дурак может таскать с собой инструмент. Пошел вон. Че пошел вон-то? О, брякай. Игра на лютнее. Любую кнопку нажать. И вот пред вами я пою. Пустую только время коты хочу. А вы рады, дурачьё. Что это? О, я сейчас заплачу. Бервацин. Вот в ерепацы. Негодяй, мерзавец и подлец. Подонок, псих и грубиян. Ну прямо как отец. Проходи, докучай гостям своей игрой. Ну спасибо. Уволить его. Уничтожен тамплиеров убийц. Ноль из двух. Кого голосочку вообще слушается-то? Прекрасная Флоренция, золотые солнце лучи. Здесь отважные кавалеры, а дамы их горячи. Чтобы о нравах девы судить, на друзей ее посмотри. Если увидишь таких, как я, лучше глаза протри. Он так серьезно выглядит в этих ритузах. Угу. О. Ага. Я восславил бы и сына, и отца, и мать. Если бы я только вспомнил, как же их всех звать. Безобразие. Жизнь музыканта непроста. Порой такая мука. Играть для публики в глазах, которой только скука. Чезаре думал, на земле никто ему не ровня. Разбился на землю, упав. Печальная ирония. Что вижу, о том пою, да? Угу. О, нашел. Так, надо зайти. Всю биографию уже пропел. Венецианский дождь, злодей и дурачина. От злости чуть не лопнул, когда его я кинул.
Сколько любовников нужно Лукреции, нами достойные почтения. Лукреции нужно братьев побольше. Странные у нее предпочтения. Да, о чем вижу, на том пою. Здесь вроде чисто. Но я не вижу Сулеймана. Иди за мной. Порою, чтобы мир спасти, я вечно удивляюсь. Принчу на лютне тихо я, и рифмой забавляюсь. Даже мне. Ага, стихоплет. А вот и торжество. Сулейман, внук султана, правитель Кабула. Ух ты. А ведь ему всего 17. На корабле он представился мне учеником. А это кто? Его дядя Шахизаде Ахмед. Любимый сын султана. Он уже приготовился унаследовать трон. За жизнь. За здоровье. Идем. Нам надо найти византийцев. Вот вам и юноша. Ученик. Найдите всех тамплиеров, убийц. Ага. Пока Родриго папой был, он был непогрешим. Опа. Но был в аду готов котел для Борджиа души. Юный Чезаре хвалился, меня не убьет человек. Как он летел с высоты и орал, я не забуду вовек. Железная дама Романьи, розы из камня и стали. От твоей красоты мертвецы из могил словно живые восстали. О, вот он. Говорят, от игры министрели, девы юные смолкнут и млеют. Только мне не везет, лишь беру я аккорд. Добрый юные вечер. Страхи белеют. Надеюсь, вам здесь нравится. Ой, нам здесь очень нравится. Это он не тебе говорил. Мерзавец и распутник. О, про Дучо. Ага. Если встречу я его, злопочет рукоблудник. Рукоблудник. Ага. Интересно, задание так сделано очень, конечно. О. Оп. Никто ничего не видел. Я пою по-итальянски, и меня вам не понять. Греческих я слов не знаю, а турецких знаю 5. Я его вообще не воспринимаю в этом видео, вот в таком вот поведении. Да-да-да. Одет я словно клоун. Да-да. Прячусь и пою. На всех врагов своих сейчас беспечно я плюю. О. Я беспечный министр. Добрый вечер. Надеюсь, вам здесь нравится. А если я сфальшивлю, и меня в промежность. Опа, что там? Не понял. Суйкасче, суйкасче! Всем покинуть двор! Принц Сулейман, уходим! За ними! Беги! Нет! Рад видеть тебя снова, мио бел менестрелло. Узнал сразу. Ага. Я правильно сказал? Вполне. Я слышал, вы еще и правитель. Чем же вы не занимаетесь? Разговорами с незнакомцами. Принц Сулейман. Эцу аудиторе. Принц, вы ранены? Кто твой командир, солдат? Тарик Барлетти. Он отлучился по делу. Уберите труп, проводите гостей. Потом вызовите Тарика ко двору. Да, мой принц. Тарик Барлетти, капитан янычаров. Личной гвардии султана. То есть семью султана они не охраняют? Как видишь, не слишком хорошо. Эцио, у тебя есть минутка? Хочу услышать твое мнение. Да.
Только переоденусь сначала. Газиан, как будешь готов, подходи. Интересное знакомство. Угу. О, деньги вернули. Еще доплатили. Ура! Ура! Пошли гулять. Вот, все равно вот подпортили. Подпортили. Гады. А, слушай, так к нам с ними. Можно не идти. Так, а как же встреча? Во дворце. А, вот. Пошли. Пошли. 46 тысяч в банке. Ага, круто. Ого. Опа. А, там, смотри, запретная зона. Ну да. Дворец. Ого, высоко. Что-то куда-то. Куда? Туда. Хотя... Не, нормально. Как раз сейчас здесь перепрыгну. Заберусь туда. Ну, мы же тайно к нему пробираемся. Ага. Наверное. Стой. Что, стражи нет? Оп. А, только зеленым горит, смотри. А, это потому что в кустах был. Да, точно. Это я типа спрятался. А там еще одна красная зона. Смотри, красная зона в красной зоне. Это особо. Особо красная. Особо внимательные враги. Особо красная. Прикольно. Чего не так сказал-то? По-моему, все правильно. Это все правильно, все правильно. А, вон она, ага, его даже отсюда видно. Слушай, а тут... Там вон стоят. Ага, стражники. Ладно, тогда давай попробуем по крышам в обход. Ну да, вон еще пачка. То есть они на меня кинутся, я так понимаю. А почему мы же... как это? Он же сам нам сказал, типа, приходи. Мог бы выдать приглашение. Я устроил встречу моего дяди Ахмета и капитана янычаров Тарика Барлетти. Янычары преданы моему отцу, но их беспокоит то, кого он хочет видеть своим преемником на троне. Ахмета. Именно. Янычарам по душе мой отец Селим. Да, это проблема. Но как в этом замешаны византийцы? Я думал, ты знаешь. Может, поможешь мне разобраться? Я сам за ними слежу. Я помогу, пока мы будем делать одно дело. Я приму любую помощь. Наверху башни есть люк, что ведет в тайную комнату. Спрячься там. Спрячься. И смотри. Мутненько у них тут все. Да, заговор. Сулейман расследует попытку покушения на его жизнь. Подслушайте его разговор с Тариком Барлетти, капитаном Янычар. Вас не должны обнаружить. Хорошо. Угу. Не засекут тебя тут? О, а ты куда? А ты чего? А можно я просто вот так с ним пойду и... А вот здесь вот что? А я вот и смотрю на... О, этот смотри, вот. Можно вдоль пройти так же. Угу. Крючком зацепился, черт побери. Чего ж ты прыгаешь-то? Бегай давай, а не прыгай. Я просто спринт, когда нажимаю, он прыгает автоматически. Понятно. Ну, в принципе, можно, конечно, вот так для безопасности бегать. Так прикольнее. Не, ну ты сначала нормально беги, а потом... Или он прыгает, в любом случае. Когда спринт зажат, то он прыгает. Упс, там кто-то меня видел. Хочу заметить. Угу. Ага. А, вон они, гады. Ну ладно, это хорошо, что я сюда пролетел. О, пришли, пришли. Ага. Ай! А, вот сюда. Племянник прав, Тарик. Вопиющая халатность. На грани измены.
А уж то, что ваших янычаров превзошел итальянский лютнист, абсурд. Непростительная ошибка, Эфенди. Я сам проведу расследование. Расследование проведу я, Тарик. По вполне очевидным причинам. Эвет Шезаде, вы мудры, как и ваш отец. И не менее строг. Дядя, я так рад, что вы в порядке. Взаимно, Сулейман. Да хранит тебя Аллах. Тарик Бей, пару слов. В чем была цель этого нападения? Выставить меня слабаком, плохим правителем? Если к этому приложили руку вы, Тарик, это большая ошибка. Отец выбрал будущим султаном меня, а не брата. Ахмед, я даже помыслить не могу о той мерзости, в которой вы меня обвиняете. Отчего янычары с таким презрением относятся ко мне? Что сделал для вас мой брат, чего не сделал я? Откровенно? Конечно. Вы слабы, Ахмед. Суетливы в мирное время и нерешительны на войне. Вам чужды священные традиции Гази, а среди неверных вы распинаетесь о братстве. Ха. Из вас вышел бы хороший философ, Ахмед, но султаном вы будете никудышным. Резко. Ступайте, Тарик. Ну да, такой. Какова семейка, а? Вашего дядю не любят те, кем ему предстоит командовать. Тарик хороший воин, хотя горд и амбициозен. И он просто обожает отца. Но он не смог предотвратить атаку византийцев. А это уже подозрительно. Верно. С чего мы начнем? Пока понаблюдай за Тариком и янычарами. В свое свободное время они часто бывают на базаре. Хорошо, я попробую. Такой пренебрежительный тон у него был к этому. Более чем, да. Ура, 100% синхронизация. Как я рад, я рад. Такс. Давай. А что ты уракать начал раньше, чем тебе показали? Как это раньше? Ну ты сказал не ура, раньше. А потом тебе показали 100% синхронизацию. Неправда. Я сразу начал уракать. Ну так я тебе и говорю. Ну, в смысле, сразу как показали, начал уракать. А там где-то еще показали, что ли? Мелким шрифтом? Да нет, вроде крупным достаточно. Ау. Что-то. Я только уже потом увидела, странно. Сама виновата. Я потом проверю. Хорошо. Не верит еще. Доверяй, но проверяй. А, кто там? Отстаньте. А, что спрашивается? Надо. Так, мы куда сейчас? Мы в башню ассасина. Идем селить туда ассасина. Думаю так. Вообще было бы неплохо парашюты купить, например, по пути. Ну, короче, закупиться вообще. Да, да, да. Но... Бомбочки там, пульки всякие. Ну, я, может, за кадром сбегаю, потому что я пока не видел магазин по пути. Ау! Ну, споткнулся! Смотри, куда идешь! Вообще. Не крути на женщину. А чё она? Чё она? Она бегу истеричка. Себе спокойно. Я тоже. А ты хамишь. Нормально, она истеричка, а я хамлю. Вот она, женская логика. Так. Я же ее не похвалила. Выберите ассасина, который станет командиром на этой базе. Лев. Палеолог. Смешная фамилия. Ерман Рогар. Штван Боржак. Драгош Рогар. Кого бы из вас поселить сюда? Эштвана. Эштвана. Боржак. У него даже лица не видно. Давай. Инкогниту сюда. Инкогниту. Визирь, часть первая. Бегите на перегонки с вашим учеником. Выиграйте забег.
Тебе еще Юсуфа обогнать надо. Эцио, мне говорили, что ты все еще силен и быстро, как юноша. Я слежу за собой. Может, на перегонки? Мне не помешает разминка. Начинай, а я догоню. Куда бежать? А, вон светится. Фальстарт небольшой. Нормально, все нормально. Колючки будем там насыпать. Нет, мало того, что раньше побежал, еще и колючками грозится. Это что такое? Ну, чтоб это... шансов больше было. Лесенка. Далеко интересно драпать? Он там кого-то повалил, я слышал. Да? Угу. Все, что ли? Прибежали. Этот тамплиер что-то затевает. О. Проследим за ним. Опа. Проследим за ним. А, прячься! Он тебя видит. Нормально, нас никто не видит. Мы ассасины. Ну да, полтела такое с трубой торчит. Нам достаточно 50% тела спрятать, он нас не увидит. А, ну прячься, заметался ты, черт. Ты его место занял. Беда. Еще потолкались такие. Ассасины, не ассасины. Че, крышу не поделили, что ли? Чуть-чуть. Не знаю. Пока непонятно. Какой-то агрессивный типок. А, мне, наверное, надо с ним поговорить. Не дай ему уйти. Ловите его! Что это за маневр были? Я не знаю. Убейте карманника. А, так это карманник? Да, бегом. Гони его. Мой там на перерез пошел. Не вижу его на карте. И получается. Опа. У него было вот это, наставник. Наверное, это принадлежало визирю. Ты спрячь тело, а я верну визирю документ. Ага. Верните украденное. Ну слушай, он точно инкогнито. Я все смотрела на этот. Ты тело прячь. А что, он не спрятал, да? Нет. Бросил? Бросил, вон он лежит. А что он за мной-то бежит? Шлангует. Нет, ну нормально. Это ответственный тип. Абсолютно. Я говорю, я смотрел на мини-карту, его не было видно. Прям вот инкогнито. Ассасин. Дамат Али Паша. Кажется, это было ваше. О, вы спасли меня от позора пред лицом высокой порты. Огромное вам спасибо, эфенди. А это юный ассасин, который помогал вам? Приятного вам дня. Инкогнито. Ну вот, он узнал, что это ассасин. Нет, мы ему не сказали. А, ну да, мы не ответили, кстати, да. Ушли от вопроса. Абсолютно, ушли. А что за дядька-то вообще был? О, ассасин второго ранга. Третьего ранга. А четвертого? Где? Пятого? Хватит. Ну ладно.